скончалась солистка бурановских бабушек Наталья Пугачева. Солистка бурановских бабушек Наталья Пугачева скончалась на 84-м году жизни, об этом сообщил глава Удмуртской республики Александр Бричалов. Пугачева не дожила до своего 84-летия 2 дня. Причина смерти не сообщается. Худруг бурановских бабушек Ольга Туктарева рассказала, что последние 4 месяца солистка болела, последний раз Пугачева выступала полгода назад, сообщает РЕН-ТВ. Фольклорный коллектив из села Бураново получил популярность в 2012 году. Бурановские бабушки представили Россию на песенном конкурсе Евровидения в Баку с песней «Party for Everybody». Коллектив занял 2-е место. Исполнительницы гастролируют по сей день под названием «Бабушки из Буранова».